Рэтчет Рейнджером. Я приземлился на Кварту, но у меня закончилось топливо. Мы с Браксом направляемся к комплексу. Будем поддерживать связь по рации. Удачи, бойцы! Дрэк Индустрис прямо впереди! Идем! Рэтчет Рейнджером. Я приземлился на Кварту, но у меня закончилось топливо. Мы с Браксом направляемся к комплексу. Будем поддерживать связь по рации. Удачи, бойцы! Дрэк Индустрис прямо впереди! Идем! У меня есть кое-что для тебя. Ты не пожалеешь. Отлично! Эти пилы мои любимые. Иди за мной. Впереди враги. Я прикрою. Мост активирован. Попробуй перебраться сейчас. Осторожно, впереди охранники. В атаку! По вентиляционной системе. Может, сейчас мы сможем проникнуть по ней внутрь? Отличная мысль. Хм, есть идеи? Полагаю, я смогу помочь. Смотри, вон там. Осторожнее, Кланг. Рейнджеры, прием. Я проник в систему вентиляции Дрэк Индустрис. Молодец, кадет. Вот бы я тоже был там с тобой. Будь они неладны, эти гигантские мускулы. К северу от вас должен быть технический терминал. Просто отключите его, и рейнджеры смогут попасть в здание. Страница карьерных возможностей, как сегодня. Так, текущая должность. Ассистент решает страстнотея. Купите полезные навыки. Наберите тасками документов. Ну, черт, привлекли репещик. Ты что здесь делаешь? Да.
Должно же быть какое-то решение. Внимание всем роботам. Обнаружена ошибка в системных настройках. Аккумуляторы должны накапливать не наряды, а заряды. Обратитесь к ближайшему инженеру для перепрошивки системы. Всем инженерам по распоряжению председателя Дрека пройти обязательный курс правописания. Успех. Спецпосылка председателя Дрека. Впечатляет. Но почему не сработала? Выглядит опасно. Посмотрим, как ты сейчас спрёшься. Ну, микросхема не подведи. Как у тебя там дела, приятель? Я почти на месте, но возникло препятствие. Ассистент Дрека Z мешает мне добраться до охранного терминала. Понял, Эларис. Ковровая бомбардировка завода пироцидными минами. Лучше доверить решение этой проблемы Кланку. Это было бы предпочтительнее. Это уже слишком. Меня хватит. Как тебе это удалось? Всем роботам. Председатель Дрек благодарит вас за усердный труд.
Сегодня с часу 10 до часу 15 в столовой будут бесплатно подавать мороженое в брикетах. Также напоминаем, с часу до часу 30 будет проходить общее собрание. Посещение обязательное. Не явившиеся на собрание роботы будут уничтожены. Почему ты такой умный? Роботы должны быть тупыми. Откуда у тебя этот открыт? Хочешь подраться с настоящим боевым роботом? Скажу Виктору, что я тебя поймал и стану главным приспешником. И пусть их ящиками возится. А так не все. Неплохо для изменника. Ящик преграждает путь в комнату охраны, и ты с ним ничего не поделаешь. Да, я бы на твоем месте просто сдался. Возможно, тут мне поможет магнит. Хватит все ломать, мне же зарплаты вычтут. Вам тот магнит. Я вообще магнитам не доверяю. Надеюсь, Виктор этого не увидит, иначе он мне плешь проест. Только непрочитанных песен висит. Ой-ой-ой-ой, теперь меня точно уволят.
так как есть собственный страх индустрис. Тебе нельзя этого делать. Это никогда села. Мы же не идем к тебе домой. И не кладемся этими магнитами. Ты слишком близко, компьютер. Звоним председателю Драку. Эй, пусти меня. Предупреждаю тебя, робот. И ты, и твой терминал, собственный страх Индустрис. Не смей отдавать эту команду. Ты отдал ее. Тогда и не думай, чтобы щелкнуть по значку безопасности и обойти нашу систему. Ты снова это сделал. Невероятно. Вызываю команду. Мне удалось убрать охранную решетку. Молодчина. Увидимся на площадке перед заводом. Отлично, малыш. Ты молодчина, Кланг. Да, погоди, о чем речь? Я задумался о своем. Ладно, пойдемте туда, Ибека. Мой Зуркон любит стрелять по нему. Малыш Зуркон! Надеюсь, вам нравится экскурсия по заводу Райзера. Будет даже демонстрация новейших моделей, созданных нашим добрым автором. Мистеру Зуркону не нужны надоботы. Он питается страхом. Видимо, главный офис наверху. Вот на этом самом конвейере собрали меня. Во мне борются противоречивые чувства. Яма больше не влезет! Мистер Зуркон? Есть! За этим силовым полем заправочная станция. Идите к станции, я прикрою. Убейте ломбокса! Сможете обойти турель? Отлично! Пошли! Зурконы, не волнуйтесь, вас ждут и другие сюрпризы. Готовьтесь. Ага, понеслась! Смотри, Боб, пульса нет. Круто! Тебе не сравниться с мистером Зурконом. Да сколько же их? Мой Зуркон не выйдет! Мой Зуркон знает, что будет заниматься, когда вырастет. Убийство не будет. Плюс мистер Зуркон заплатит. Роботы! Итак,
патронов. Нет. Тут все чисто. Идем. Получилось. Лазутчик поможет тебе попасть на заправочную станцию. Силовое поле деактивировано. Так, ранец заправлен. Хорошо, занимаем верхний уровень и заходим в тот офис.
Как видите, боевых роботов у нас предостаточно. Идеальный момент для выхода на новые рынки по всей галактике. Наши герои обнаружили легкий выход. Отключи его. Можете расслабиться. Я уже здесь. Прощай, глупый рейнджер. Я цел! Вы хотите сами?
Познакомьтесь с нашим семейством. Можете попрощаться с жизнями, рейнджеры. Я бы не прочь поглядеть, но мне пора. Бай-бай! Нельзя допустить, чтобы этот слизняк сбежал! Оружие просто нелепо. Вот глаз. Патронов нет. Осторожнее, Кланк.
полету готов, координаты бы.